Приветствую всех на своем канале. В этом видео я буду заниматься декором бутылки из-под вина. Очень интересной формы. Вот так вот она выглядит. Очень интересная форма. Вмятина от руки. И я решила, что просто грех будет выкинуть такую бутылку. И обязательно нужно что-то с ней сделать. Я решила ее правильно декорировать. Вот изначальный вид она имеет. Естественно, как я уже говорила, меня больше интересует не содержимое, а сама бутылка, а именно ее форма. И такие бутылочки красивой формы я не спешу выкидывать, я их оставляю. Я обязательно придумаю, что с ними сделать. Это может быть замечательная вазочка для одного цветка, либо искусственного цветка, либо подсвечник, либо как элемент декора в интерьере. Для начала нам нужно эту этикетку снять. Как я это делала? Я брала тазик с мыльной горячей водой и окунала туда бутылку на некоторое время. После кухонной губкой, с той стороны, где она такая жесткая, да, я снимала, чистила вот эти этикетки. И после того, как я сняла этикетку, я наносила краску. Предварительно белую краску я смешивала с лаком и клеем ПВА. Вы можете либо только с клеем ПВА размешивать краску в одинаковых пропорциях, либо только с лаком. Я решила и с клеем ПВА, и с лаком, чтобы краска лучше наносилась, закреплялась, и не нужно было после ее покрывать лаком. Наносила я с помощью губки. У меня есть видео на канале, я предыдущую бутылочку декорировала и наносила синюю краску с помощью губки кухонной. Как я смешивала лак и клей ПВА, вы можете посмотреть на том видео. Я его оставлю внизу под описание под этим видео, чтобы не терять время. А вот фрагмент видео, где я декорировала синюю бутылочку. Я брала краску, размешивала ее в корыце небольшом, добавляла туда клей ПВА, примерно столько же, сколько и краски, опять размешивала тщательно, потом лак фасадный добавила тоже на глаз, примерная пропорция, все один к одному размешивала, и наша краска готова к нанесению. Я взяла губку кухонную, которую мою посуду чистую, отрезала кусочек, макала в краску и наносила на бутылку первый слой, затем нанесла второй слой. Естественно, давала слоям высохнуть. То же самое я сделала и в этот раз, только с белой краской. И что в итоге получилось? Вот, вот она. Белой красочкой уже покрыта бутылочка. Но этого мало. Я решила, что нужно ее как-то еще украсить, нанести какой-то рисунок, узор. Тут уже как сыграет у вас фантазия. Вот что получилось. Черной краской я нанесла узоры с этой стороны бабочки. Возможно, тут еще какие-то узоры нанесу. И вот такая вот уже красотка, бутылочка у меня получилась. И я думаю, она замечательно будет смотреться на камине. Камин я со временем свой тоже реконструкцию ему сделаю. Я хочу полностью его поменять. Он у меня будет из белого кирпича. Искусственного, самодельного белого кирпича. Но это вы увидите в будущем. Обязательно покажу. Так, как я делала эти узоры? Я сначала карандашом нарисовала, а потом уже кисточкой разукрашивала, делала узоры с помощью кисточки и черной краски, да. Вот у меня есть уже готовая бутылочка, она полностью высохла, и я хочу на ней также сделать узоры. Здесь будут узоры в виде всяких тоже завитушек, листиков. Но центром будет сердечко. И сейчас я пошагово покажу, как это все выглядит.
Берем бутылку и простой карандаш. Намечаем карандашом, где у нас будет начало рисунка, где будет конец. В данном случае у меня будет сердце. Вот таким образом я рисую, смело рисую карандашом. И с этой стороны. Вот. Стараемся сделать так, чтобы у нас тут совпадали серединки. Серединка сердечко вверху и внизу. Не боимся. Делаем уверенно. Все равно получится красиво. Внутри сердечка будут у меня завитушки. И я отмечаю, какие примерно. Всякие узоры, завитушки, это просто идеальный вариант, я вам так скажу. Они всегда будут смотреться очень красиво и выигрышно. Можем в виде цветочка, в виде какого-то листочка. Можем что-то придумать необыкновенное. Можем посадить внутри сюда бабочку. Дайте своей фантазии разгуляться. Телефон свистит, кот под боком храпит. Все как надо. С этой стороны что-то тоже придумываем. Можем тут какие-то внутри сердечко, еще сердечки. Можем также тут по бокам наметить, где у нас будут также узоры, чтобы сердечку не было одиноко. Если узоры будут как-то не одинаковы, один выше, один больше, один меньше, ничего страшного. В этом будет и оригинальность, и своя какая-то красота. Здесь можем пустить какой-то листочек. Ну и вверху что-то тоже можно добавить. Какие-то небольшие завитки. Ну вот, примерно мы нанесли узоры карандашом, теперь можно нанести черной краской и посмотреть, как будет преобразовываться у нас бутылочка.
Ну, собственно, вот что получилось в итоге. Так вот я декорировала вторую свою бутылочку. Считаю, что очень даже симпатично получилось. Такая вот своего рода интуитивная роспись бутылки. Я сначала красила одним слоем черной краской, потом нанесла второй слой, чтобы не было видно белой краски. И вот такая вот красота получилась. Теперь у меня есть такие две красивые бутылочки. На одной буковка I, на второй сердечко. Вот я люблю. Такая вот красота. По крайней мере, мне нравится. Если вам также понравилось это видео, этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вам не понравилось и вы поставили дизлайк, напишите, пожалуйста, в комментариях, что именно вам не понравилось. Я буду учитывать все ошибки и работать над ними. Также смотрите у меня на канале другие видео с разными поделками и с моими картинами. Также есть у меня уроки рисования. А вот еще одна бутылочка. Возможно, многие из вас уже смотрели это видео, как я декорировала таким образом бутылочку. Тоже смотрите его, комментируйте, не стесняйтесь. Если вам что-то не понравилось, пишите мне, пожалуйста, в комментариях, и я буду работать над своими ошибками. На этом все, дорогие мои. Творческого вам вдохновения. До новых встреч. Пока-пока.